Дагестанский гуманитарный институт и Санкт-Петербургский госуниверситет реализуют федеральный проект. Программа направлена на подготовку специалистов с углубленными знаниями культуры и истории ислама. О перспективах и реализации программы в следующем сюжете. В рамках федеральной программы специалист из Петербурга провела в стенах Дагестанского гуманитарного института две лекции на тему информационно-коммуникационных технологий в образовании и методологических подходов к изучению ислама. Среди слушателей преподаватели ДГИ, гуманитарно-педагогического колледжа, медицинского колледжа имени Башларова, школы имени Юсупова и школы «Райские птички». Цель, собственно говоря, всех этих мероприятий заключается в том, чтобы повысить уровень религиозного исламского образования. Какими методами, в том числе привнесением каких-то достижений, каких-то наработок академической науки. Также прошла встреча со студентами вуза. Анна Маточкина обозначила круг своих научных интересов, призвала студентов постоянно расширять свои знания, в том числе при помощи дистанционных курсов. Для того, чтобы усовершенствовать образование, в том числе религиозное образование, необходимо пересмотреть программы, таким образом, чтобы они соответствовали государственному стандарту. Вот это важная деталь. Да? Почему необходимо, чтобы программы соответствовали государственному стандарту? Для того, чтобы выпускники, получившие диплом Дагестанского гуманитарного института, были признаны, скажем так, повсеместно в масштабах всей страны. Для чего это, опять же, делается? Для того, чтобы они могли работать по специальности, по профессии в максимально большом количестве мест. Вот, можно так сказать. И для того, чтобы, естественно, то, что они знают, то, что они изучают, или, скажем, ислам, как они его изучают и как они впоследствии будут его преподавать, чтобы, опять же, те знания соответствовали государственным образцам. В ходе встречи студенты задали лектору интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Продуктом этого станут подготовленные, востребованные и в нашем регионе, и в Российской Федерации в целом выпускники, теологи, которые будут трудиться не только у нас в республике, конечно же, и за пределами ее. И в Питере мы знаем, что наши выпускники трудятся и в Москве, и в других регионах. Поэтому задача такая, скажем, масштабная, федеральная задача. Мы вовлечены в ее реализацию и будем прилагать все усилия, чтобы ее реализовать. Федеральная программа запланирована до 2020 года. Студенты и преподаватели Дагестанского гуманитарного института пройдут курсы повышения квалификации, в ходе которых состоятся круглые столы, конференции и встречи с ведущими специалистами России. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.